Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня у нас 1 сентября, суббота, и мы начинаем наши очередные эксперименты в области познания мозга. У нас была очень трудная и длинная серия передач, связанных ни с чем иным, как с кровоснабжением. Это большая проблема, большая сложность, поскольку понимание недалеко. Основное, что мы пришли к выводу к тому, что... Кровостворное кровотворение, происходящее у нас в полых костях, оно, конечно, важное и нужное, но самое главное для него это обслуживание нашего проглотистого мозга. То есть мозг очень энергетически зависимая система и требует колоссальных расходов энергии. Значит, вот эти колоссальные расходы энергии, они, к сожалению, ничего с ними не сделаешь, с, этими, с этой энергией. Ее надо откуда-то брать, ее надо как-то подводить. И вот эта часть не только важная, но еще и очень уязвимая в нашем мозге. Почему? Потому что невозможно добиться стабильного э и очень качественного, э и качественного кровоснабжения. И основные проблемы возрастные и при созревании человека, и при старении, они в основном связаны, конечно, с нашим несчастным мозгом, его в основном сосудистой системой. Ну, мы очень много потратили времени и сил, и... Для того, чтобы сделать некий перерыв, такой взять тайм-аут, мы сегодня поговорим с вами тоже о энергетике. Мы не будем выходить за рамки нашей темы, но это будет проблема энергетические, то есть снабжение э, уже не просто кровью, но а и различными метаболитами, то есть те самыми, которые необходимы для функционирования головного мозга. И среди них есть действительно развлекательные, Веселящие человеческий рассудок занятия, которые проходят красной нитью через всю историю человечества. К сожалению, они далеки от гуманизма, поскольку человек всеядное существо, он питается не только растительной пищей, не только, э, так сказать, животной, а смесью. То есть, ну, наши далекие предки они практиковали все виды питания и, учитывая зубную систему, имеется в виду австралопитеков, которая настолько же э -э -э плохая, как у нас с вами, и кариесом они страдали, и всем остальным, можно сказать, что тип всеядности, он возник очень давно и достаточно успешно. И мозг наш нужен для того, чтобы эту всеядность всячески поддерживать. И вот среди всяких, всяких видов пищи, которые мы употребляем, а в нее должны входить обязательно белки, жиры и углеводы, значит, у нас есть увлечение простой и доступной пищей, которая бегает всегда вокруг. Это за него называется людоедство или каннибализм. Казалось совсем недавно, что каннибализм почти изжит из нашей жизни, и вроде бы ничего такого уже среди нас нет. Но, тем не менее, регулярно начали появляться в эпоху цифровизации всего, чего нужно и чего не нужно. Ну, в первую очередь, появление простых надежных камер, которые не надо учиться, чтобы снимать, телефонов с видеозаписью, айпадов, айфонов и так далее, появилась возможность документировать нашу жизнь во всех ее проявлениях. И вот эта документализация тут же выяснила, что, оказывается, каннибализм – это недалекое прошлое, а сегодняшнее – настоящее. Достаточно вспомнить ближневосточные войны, где граждане убивают друг друга все время. То печень выезд, то в Индокитае, там, кто сердце съест. Да еще публично, да еще под запись. И это с удовольствием все демонстрируют. Особенно некоторые средства массовой информации, у которых, за которыми присмотра нет. Но вот, естественно, ничего хорошего из этого не получается. Плюс регулярно в мировой практике юридической появляются всякие дела о людоедах. То там кого-то съели, то здесь кого-то съели. Однако представляет интерес не просто э, констатация того, что люди едят друг друга, где-то и не прерывались никогда, где-то регулярно возникают, а как было в те времена, когда эпоха великих географических открытий подходила к концу, и с чем столкнулись просвещенные европейцы, которые одни из первых прекратили каннибализм ну, в больших масштабах и столкнулись э, с народами, которые они называли дикими. То есть те новые территории, которые они осваивали. Надо сказать, что европейское прошлое, оно тоже не бог весь какое, безоблачное. Дело в том, что э, голод регулярно вызывал такие проявления каннибализма. Ну, в том же самом, в 1590 году в Париже. Ну, это при Генрихе IV. Помните, там все в таких кружевных воротничках скакали. И такие все романтические, героические. Ну, вот. Но они спокойно ели друг дружку во времена голода. И мамы своих погибших детей тоже отлично варили и ели, угощали еще прислугу. Так что здесь было, проблем особенно не было. Да еще и в, древнем, в древние времена, когда римляне там воевали с галлами, они, значит, спокойно предпочитали начинать есть трупы, нежели сдаваться. То есть это известно. Потом и в XIX веке э, в Алжире французы столкнулись с тем, что арабы не сдаются, а готовы заниматься каннибализмом. То есть и были и глобальные события, даже европейские, так что европейцы, делая великие географические открытия, ни к чем удивительным не сталкивались. Это, в общем, было их недавнее прошлое. Ну, так, в 1030 году во Франции голод был три года подряд. Ну и что, и начали охотиться друг на дружку. Весело и дружно жарить друг из друга шашлыки. Более того, сожгли одного торговца, который в турне на базаре торговал человеченкой. Ну, это было и во времена голода в Поволжье. То есть, случаи нехватки пищи это распространено очень сильно. И конец 30-летней войны, например, когда саксонское население было вынуждено заниматься каннибализмом. Да, при кораблекрушениях, когда людям нечего есть и прочее, прочее. Но вот это обычное дело было в недавнем прошлом, да и сейчас происходит довольно часто. Ну, естественно, поэтому ученые, в том числе настоящие ученые, они пытались, значит, как-то классифицировать все это дело, несмотря на все неприятие этого занятия, в общем, сомнительность как-то классифицировать. Ну и первая классификация в истории каннибализма принадлежит ли Турно. Он считал, что каннибализм возникает из потребности, обжорства, сыновей жалости, потому что совсем недавно, в недалеком прошлом, всего несколько столетий назад, сыновья обычно своих престарелых родителей подъедали. То есть, ну так вот, устраивали праздничек, особенно это дело касается по рассказам о скифах когда родители там достигали 60-летнего возраста, назначался праздник, родители умертвляли, ну и лакомились все, в общем, прощались с ними, так сказать, со вкусом. Вот. Ну и после этого воинский, воинский каннибализм был очень широко распространен по классификации литурного. Кроме этого, и религиозные, и законные поедания, потому что во многих народах, значит, здесь все, так сказать, законодательство разрешало это есть. Но, кроме Литурно, был очень большой специалист Шафхаузен. Это действительно специалист по каннибализму. Он не ленился, а встречался с людьми, которые получали информацию с первоисточников. То есть, там, дикие разговаривали на эту тему с австралийскими аборигенами, с Южной Америки, в Африке. И собирал, так сказать, свидетельства э, прямых участников или непосредственно людей, которые знакомы лично с участниками отсюда очень ценно, как э, представлялось людям каннибализм в этих вот народов, когда не затронутых еще европейской цивилизацией. Но он просуммировал так, что тоже голод, значит, месть предрассудки, но ну, в смысле религиозные, потому что по многим религиям, таким довольно диким и отсталым, значит, съесть э, человека, врага или, наоборот, э, святейшего какого-нибудь, было обычным делом. Ну и лакомство, конечно. Кулинарный каннибализм, он распространен, но ну, и встречается до сих пор. Но и самую большую роль внес в эту во всю историю, в понимание и исследование сознание очень интересный профессор антропологии Монтегац, через два С. Пауло Монтегац был не просто профессором антропологии, но и сенатором итальянским. Ну, еще в те времена настоящих ученых брали в Сенат. Это теперь сенаторов делают псевдоучеными, а тогда все было наоборот. Значит, и человек знающий, он написал несколько книг, которые имеют общее название «Физиология», «Физиология любви», «Физиология ненависти». Довольно забавных четыре книжки. Есть перевод на русский язык, не очень распространенный, конца XIX века. Кому захочет, тот найдет. Известные трудности будут, но знания просто так не достаются. В интернете, в интернете распространяется в основном то, что надо продать, а не то, что интересно. Вот он, собственно говоря, подвел итог 19 веку, и он, собственно говоря, проклассифицировал действительно голод то, о чем мы начали передачу: лакомство, ненависть, мистические всякие вещи, научное любопытство и умпомешательство. Ну, научное любопытство тут уж он сам приводит, в том числе и своих знакомых, господ-ученых, которые нет-нет до выясняли, а что это так тянуло наших а, менее развитых родственников на каннибализм. Ну, пробовали разные там запчасти, вот, но ну, и делились своим а, научным любопытством с окружающими. В том числе, как я понимаю, Монтегат, в том числе знал некоторых из них. Насчет того, что пробовал ли сам, сказать не могу. Но тем не менее, вот такой набор, который Монтегат сделал, Просуммировав работы Турно и Шавкаузена, конечно, характеризует его очень хорошо. Он проклассифицировал. Ну и, собственно говоря, это и сохранилось до сих пор, вся эта классификация. Просто сейчас, в эпоху такой массовой э, визуализации всего, мы вдруг выяснили, что человечество, о котором говорил Монтегат, что я очень надеюсь, что наше идеалистическое общество в ближайшем будущем прекратит это все безобразие и распространение христианства среди отсталых народов или там других религий, неважно, остановит эту пагубную привычку. Но, тем не менее, видите, прошло с 1890 года без малого 120 лет, а ВОЗ и ныне там, и современные средства коммуникации ничего не помогают человечеству. Как были дикарями, полуобезьянами, так и остались, и продолжают с удовольствием трескать друг друга. Напомню, кстати, говоря, обезьяны тоже этим делом не брезгуют, а шимпанзе -так вообще на братьев меньших охотятся и с удовольствием их, в общем, едят. Так что ничего удивительного, то, что когда столкнулись в эпоху великих географических открытий исследований этнических групп различных архаичных со всякими довольно тривиальными представлениями о жизни человека и о ее ценности. Ну, например, тот же самый Монтегац приводит свидетельства, разговора с австралийцами, которые, значит, вот практиковали каннибализм. Причем не то, что они его практиковали там с удовольствием, с огоньком, что называется. Нет. Они вынуждены каннибализм, поскольку, ну, вот нет пищи там, например, долгое время нет там дождей или, наоборот, дожди, там животных поймать нельзя. Ну, и вот там просто непосредственно участник самого процесса рассказывает, что, ну, там собралось несколько семей, они собирались охотиться, но не получилось ни еды, ничего. Ну, и из одной семьи взяли такую штуку, как Донак, такая деревянная палка из жесткого дерева, и его родную сестру, значит, сделали из нее э, еду, зажарились, съели. Он сам рассказал, да, я ел сестру. Ну, говорит, потом, конечно, я опечалился. Это сам австралийцы рассказывает, потому что были бы у меня силы, э, был бы я посильнее, подстоял свою сестру, но все равно какую-нибудь бы девушку помоложе съели бы, конечно, они вкуснее. Так что ничего удивительного в этом не было. Но он воспринимает это, конечно, нехорошо, когда он европеинизировался, его там много чего рассказали. Говорит, нехорошо, но говорит, ну, поскольку не все такие, как я, это, в общем, дело такое житейское. И вообще не считали, что, конечно, убивать людей не очень хорошо. Это многие так считают до сих пор. Вот, ну, судя по тому, что творится, иногда кажется, что это заблуждающееся. Но, тем не менее, австралийцы считали, что трупы до трех дней и двух ночей, значит, если не больше пролежали, то можно и э, достать и съесть. То есть, что и практиковали. Ну, понятно совершенно, что широкая практика этого дела, она предполагала, некие и кулинарные интересы. Ну вот в Полинезии, например, вообще считалось, что душа находится в левом глазу, и поэтому обязательно вождь, если кого-то там убивал, то съедал, соответственно, левый глаз. Ну вот, любили баловаться с каннибализмом и в Новом Свете, и в Северной, и в Южной Америке. Вот. И дело дошло до того, что там, значит, пытались даже угощать европейцев, но все-таки католицизм, он предполагал некоторое отношение такое отрицательное к этому, и постепенно с этим удалось справиться, хотя было очень тяжело. ну, ну Дело в том, что э, в таких местах, как Африка, откуда, например, завозили рабов э, в новый свет, там каннибализм-то был очень распространен. Да и сейчас мы помним замечательных президентов Идиамина или Бакасу в Центральной Африканской Республике, кстати говоря. Но ну, вот, недавнешние события предполагают, что, может быть, как-то как тот кому-то понравился, там, честь То есть, иначе говоря, каннибализм даже на таком государственном уровне сейчас в Африке распространяется. Но ну, а раньше так это вообще было делом простейшим, там, с удовольствием. Поедали друг друга, но считалось как-то в племени в своем неприлично своих есть. Поэтому обычно трупами менялись соседними племенами, которые готовили. Ну, ну, надо сказать, что и Европа тоже, мясо карабинеров, например, в Италии, ну, имеется в виду в Сицилии тоже продавалось. То есть не, не так да, давно это все было. Причем были всякие страшные поверья, в том числе в той же Африке и прочее, прочее, э, которые считали, что, например, если съесть там 20-30 сердец-младенцев, обращаю ваше внимание, младенцев, то есть душегубство процветало. Ну, то можно стать невидимым. Некоторые пробовали. Ну, не получалось, конечно. Но вот. Более того, поскольку африканский каннибализм очень распространен, был имеет очень глубокие корни, много находок австралийских, наших далеких, э, наших далеких прошу прощения, австралийских, африканских предков, оно, они были, имели повреждения, говорящие о том, что они стали жертвами каннибализма. И там это было так укоренилось, что, например, вот когда Рабовладельчество Рыбовладельче... процветало, то есть, ну, когда э, африканские аборигены ловили своих собственных соплеменников и продавали их белым на вывоз, ну, в Новый Свет. Они свято считали все, что речь шла не о том, чтобы их использовать на каких-то плантациях, это в голову такая глупость не приходила никому. Они считали, что белые собирают их родственников и увозят на кораблях на мясо, в смысле съесть. И это была основная идея. То есть считалось, что... И очень удивлялись, почему они так далеко таскают их родственников, когда можно найти, наверное, кого-нибудь съесть и на месте. То есть в этом связи с этим процветал в, том, в той же Африке во многих других странах так называемый кулинарный каннибализм. То есть предпочтения были очень разные. И целая культура развелась. То есть одни предпочитали, как я уже упоминал, глаза, другие ладошки третьи предпочитали грудь молодых женщин, щечки и руки. Вот это все пользовалось большой популярностью при приготовлении. Более того, есть собрано свидетельство о том, что каннибалы, практиковавшие, например, в той же самой в Новом Свете, в Америке, свежеоткрытые, считали, что англичане, например, намного вкуснее французов. То есть практика такая была обширная, и они предпочитали охотиться на англичан. Потому что французы как-то, не знаю, что, может, горчили, может, еще чего. Вот в Полинезии э, там тоже был огромный опыт, хотя, обращаю внимание, там и тепло, и вокруг море, и огромное количество белка. А тем не менее, каннибализм процветает, и до сих пор процветает. Э, сказать, мы к этому еще чуть на этом остановимся. Так вот, полинезийцы вообще, имея огромный опыт каннибализма, считали, что вот, Монголоиды и негроиды, то есть африканцы, и восточные люди, они намного вкуснее белых. Вот, может быть, они там не умели их готовить, но суданцы, суданские аборигены 19 века, были с ними полностью согласны, что, конечно, и желтые и черные намного вкуснее, чем белые. То есть сейчас эта ситуация ничуть не лучше. И если вы посмотрите в разных местах, то вы быстро увидите, что у нас существует много зон, э, так сказать, каннибализма или антропофагии, то есть поедания людей, причем такие процветающие места есть, типа Папуа, Новой Гвинеи, там племя Каравая регулярно ест, причем предпочитают, э, прям по нашей теме, тепленькие мозги. И это, кстати, не очень хорошо, потому что есть ряд заболеваний, которые передаются таким образом. Некоторые полинезийские аборигены вымирали целыми островами, увлекаясь чужими жирненькими мозгами. Значит, если умирает здоровый человек, то обычно его предпочитали поедать до недавнего прошлого. Хотя вот Рокфеллер Майкл, тот самый, о котором любят поговорить, все в 1961 году пропал. Поэтому, когда, девушки, вы приезжаете на какие-нибудь тропические острова, и на вас останавливается чей-то... Взгляд. Не думайте, что вызвали сильные сексуальные чувства, быстрее всего кулинарные. И будьте поосторожнее, потому что во многих местах, ну, например, на том же цейлоне, там, конечно, ничего такого нет, но местные жители как-то стремятся не выпускать молодых девушек после того, как заходит солнце. Как бы нет ничего такого. Но девушек лучше, дочерей лучше не выпускать. В Индии есть секты тоже, у нас есть любители тоже предаться всяким экзотическим и религиям, и туристическим по поездкам. Акхори, знаменитое племя, тоже широко известное, которое не только, э, значит, поедает добровольцев, там можно, если вы чувствуете, что вы скоро умрете, вас, вы предпочли, чтобы вас съели, то по завещанию они вас с удовольствием съедят. А так приходится пробавляться слегка обжаренными трупами из ганка. То есть, ну вот, зато украшения очень хорошие делают из человеческих останков. В Бразилии племя Вари тоже. Они вообще предпочитают, мне это даже симпатично, они предпочитают поедать благочестивых и религиозно, так сказать, одухотворенных мертвецов. То есть, ну, до 60-го года это шло вообще в открытую, 1962, а сейчас, ну, балуются, вот. В Западной Африке тоже надо быть предельно осторожным, потому что там есть транснациональное общество, э, такое, людоедов, называется Леопард, он входит много стран туда, то есть жители и Сера-Леона, Либерии, Кот-Дивуара и других, ну, вот, они тоже предпочитают закусить человеченка и при этом верят, что получают и силу, и шустрость. Так что, если вы очень спортивный, шустрый, такой, ведете здоровый образ жизни, вам туда лучше не ездить. Иначе леопардисты вас могут зажарить. Ну и самое, конечно, популярное место, это Фиджи, остров людоедов. Собственно говоря, они ели людей вражеских племен. Вот, причем еле едят-то они там все нормально, они достаточно цивилизованные, с столовыми приборами все как надо, зажарил, подал, накрыл стол там. Имейте в виду, что не надо э, ездить на Фиджи без хорошей компании, достаточно хорошо вооруженных и осведомленных людей. В Камбодже красные кмеры, этим наполнен весь интернет, тоже выедали печень у своих врагов. Ну а голод в 60-х, 70-х годов вызвал просто массовое людоедство. От этого тяжело отвыкать слишком доступные пищи. Ну и в Конго знаменитые истории это в 2012 году вот только что были была знаменитая гражданская конголезская война и врагов ели особенно сердца считалось что это хорошо это не значит что вот они такие все мерзавцы а мы-то самые что ни на есть пацифисты ничего подобного вспомните семнадцатый год то есть прошлый краснодарские каннибалы 30 человек за 18 лет наталья и дмитрий Съели. Ну, нормально, хорошо. Чикатило, между прочим. Он не только убивал, он и закусывал. Джумагали в казах, который тоже поедал направо и налево. Списивцев, который, по-моему, сейчас сидит. 19 убийств, каннибализм и прочее, прочее. То есть дело-то в том, что это никуда не делось. И в одном случае это психические отклонения тяжелые, а в другом случае это вот то, что называется кулинарный каннибализм который тоже, видать, доставляет очень многим большое удовольствие. Поэтому будьте осторожны, не забывайте, что мы все-таки пока полуобезьяны. И до людей, которых мы видим в своих идеальных фантазиях, нам еще очень далеко. А сейчас переходим к новостям. Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу передачу. И здесь приходят разные сообщения. Вот Телеграм Великий Немой сказал очень приятную вещь. Я учил сына Народома Сианука. Вот. И э, он говорил, что съесть ближнего было обычным делом, особенно у Полпота. Ну, режим Полпота и Янксари известен своим гуманизмом, как известно. Они пули экономили, кайлом всех убивали. Это ужас какой-то. Так что это процветает. Процветало и процветает. И обезьяне хвосты из нас торчат во все стороны, не по одному. Есть вопрос очень по существу интересный. Значит, э, такой вопрос про воспитание сына. Сыну три года культурный, спокойный. Что лучше, растить дома, хорошее питание, спокойствие, кружки для вундеркиндов или детский сад, 35 детей, упреки воспитали, эти болезни сомнительные, да, не забудьте еще драки, обиды и прочее, прочее там всякое, значит... Нужно и то, и другое, к сожалению, потому что если вы его в серийных условиях вырастите, как он точно попадет в социальную среду, а в социальной среде там, ну, в лучшем случае, не едят, но, значит, ну, кусаются, как минимум, но при этом там это все ужасы социальной жизни, обезьяни, он с ней столкнется, увидит, что люди разные, это может потрясти его сознание. Поэтому обычно в детский сад тоже полезно водить детей, но поскольку они там регулярно болеют, то часто дома они проводят лучшие годы жизни. Родители будут больше любить после того, как побывают в детском саду, потому что они туда естественно идти не, хоч не им не хочется, если они уж не отпетые такие разбойники. Здесь был еще один вопрос к сожалению, куда-то соскочил, связанный... А, значит... А, вот, пожалуйста, есть, есть отличия в мозге шестипалых людей. Каковы механизмы иннервации шестого пальца? Есть ли четырех-трехпалые люди? Да, ну, патологии бывают пальцы срастаются, да, бывают и трехпалые, и четырех, но шестипалые нарвации точно такая же. Я даже говорил в одной из передач, что делали такие эксперименты, ну, например, с теми же э -э, куриными эмбрионами или с личинками амфибий, что делали? Брали, э -э, например, и пришивали в раннем эмбриональном э -э, развитии, вставляли почку конечности или маленькую конечность, еще растущую, и там все происходило хорошо. Она иннервировалась, все отлично. Более того, такие эксперименты делали для того, чтобы доказать, что э, гибель нейронов в спинном мозге человека в нормальном развитии, она на самом деле регулируется органами-мишенями. Напомню, что в спинном мозге человека остается всего 15% нейронов от тех, которые заложились в эмбриональном периоде. 85 погибает, поэтому у нас нет никаких возможностей для компенсации спинальной травмы. Поэтому эти несчастные люди ездят в этих каталках. Потому что, несмотря на все, весь этот треп про стволовые клетки, которые сейчас пересадят в спинной мозг, они 30 лет врут про это. Естественно, что ни к чему это не приводит, потому что нужно вырастить гигантские отростки нейронов, их васкулизировать, соединить и прочее, прочее. Ну, враньем этим заполнена вся специальная литература. Но вот на самом-то деле, конечно, Э, спинальную травму компенсировать пока невозможно но ее, она бы была возможна бы компенсация если мы обращали внимание на исследование собственной гибели э, нейронов в спину мозге почему потому что человека закладывается как я говорил например сто процентов клеток а из них остается во взрослом состоянии всего 15 и вот эта конкуренция за орган мишени то есть за мускулатуру в конечностях и за все остальное Значит, идет очень агрессивный, и тот, кто не успел, того просто соседи съедают. Это называется аутофагия или такой клеточный каннибализм в тему нашей передачи. И поэтому нейроны спинного мозга довольно большие, ну, хорошо питаются в детстве. Вот. И, но в результате у нас ресурсов запасных таких нейронов никаких нет. Никакие стволовые ни во что превратиться не могут. Нужны условия, нужны тысячи глиальных клеток и гигантская сосудистая сеть, чтобы это все обеспечить. Вот компенсация по этой причине и не наступает. Вот для того, чтобы доказать это, были проводились такие эксперименты. Подсаживался еще дополнительная конечность на бок. Там головастика или там цыпленка. И они иннервировали, сюда врастали нервы. И в этом месте спинного мозга нейронов гибло меньше. То есть это показывает, что инструменты такой регуляции у нас есть. Но, как вы понимаете, в научном мире этим никто не занимается и заниматься не будет. Потому что это не такие модные слова, которые привыкли слушать начальники, раздающие деньги. Но ну, вот здесь есть такой... Допустим, есть один человек с удачной конструкцией мозга для занятий математикой и низким уровнем тестостерона. Есть другой человек с средним мозгом, но с высоким уровнем тестостерона. Кто из этих людей будет преимущество для занятия математикой? Для занятия математикой, конечно, первый. Тот, у кого будет с удачной конструкцией мозга и мало тестостерона. Но если он живет среди людей, то есть в социальной системе, например, некой подобие на Академии наук, то отсутствие мозгов при наличии большого количества тестостерона, как известно, это известно из прямых экспериментов, э, дает возможность не только стать выдающимся математиком, но и академиком. Потому что, как правило, административный рост никакого отношения к человеческим способностям не имеет. А вот для занятия математикой, реально для решения проблем, нужно не большой тестостерон и могучая эрекция, а что-нибудь другое, то есть способность решать ранее неразрешимые проблемы. Поэтому с точки зрения Высшего Гамбургского счета математикой должен заниматься первой, а карьеру математическую лучше делать второму. Давайте мы сейчас примем с вами звоночек. Вот у нас есть здесь звонок. Будьте добры, говорите, вы в эфире. Да-да? Отвечи. Сергей Вячеславович. Здравствуйте. Подскажите, такой вопрос вас из города Белгорода беспокоит. А, на ваш взгляд, какой политический строй необходим сегодня в нашей стране? А, какой политический строй? Да, я понял. Значит, политический строй не биологический. Вот одно я точно знаю, какой не должен быть не биологический, потому что если у вас э, чиновничья феодальная система отношений, то есть это по сути дела такой феодализм, как, но когда отобрали неспособных, как в древности там, которые проявились чем-то, а по случайности, поскольку на переломе эпох, то есть от савдепии к капитализму, у нас вылезли люди, мягко говоря, которые никакими способностями, кроме хватательного рефлекса, обезьянного не обладали. Вот такого точно, такое точно не будет развиваться, такая система, к сожалению. вот поэтому, а какой строй? Строй главный, я об этом все время за это ратую. Он не должен быть биологическим. В основе любого строя, который существует сейчас, независимо в какой стране, где лежат биологические механизмы. То есть эволюция биологическая с времен плоских червей никак не изменялась. Мы просто стали в качестве инструментов эволюционного отбора использовать искусственный отбор. То есть сами себя. Но закон это все те же биологические. И поэтому по биологическим законам на самый верх в систему организации и управления любым государством выносит кого? Биологически наиболее успешных. неумных. Не гуманистов не пацифистов а совершенно другие эволюционные критерии поэтому если мы хотим устроить так чтобы было все по уму ну то есть как всем все говорят но никто не делает то мы должны соответственно соответствующих умных избирать например с чего вы взяли что вот это вот самая э, народократия которую предлагается нам демократия это что это хорошо но это плохо Почему? Потому что, когда принимаются решения на основании биологических особенностей каждого члена общества, то они будут биологическими. То есть для того, чтобы отказаться от биологических решений, в том числе при демократии, надо дать возможность голосовать, выбирать, быть избранными тех, кто живет не по биологическим законам, а по человеческим. Таких очень немного. То есть нужно вводить всякие цензы и прочее, прочее. И тогда возникнет система другая, исходя из рассудочных. Но поскольку рассудочность-то мы не можем оценить объективно, вы сами понимаете, кто будет стоять у того же, я уже рассказывал, того же полирографа, который там будет там машина честности проверять. Это все липо полное Кто стоит у кнопки, кто-то будет решать. Объективный способ только один. Это оценить конструкцию человеческого мозга на основании прижизненного, прижизненной конструкции. То есть надо посмотреть, какие области доминируют, какие не доминируют. То есть это церебральный сортинг, о котором я уже много раз говорил. Тогда можно объективизировать, потому что любые психологические, социальные тесты, там, тестирование на плавание или на вождение танка не помогут. Обезьяны хорошо обучаются и могут имитировать ради колбасы все, что хочешь. Собственно говоря, что и происходит. Но дело в том, что способности ты так не оценишь, их не выберешь, поэтому что нужно делать? Нужно делать очень простую вещь, Нужно вводить церебральный сортинг, когда по интеллектуальным особенностям будет происходить та же самая сегрегация. Плохо это будет? Да, кому-то будет плохо. То есть тем, кто пытается заниматься каннибализмом, так в прямом и в переносном смысле, что мы видим вокруг себя в массовом количестве, так им будет плохо. Но мне кажется, мы же строим, как писал тот же самый Матанганц, мы строим идеалистическое общество, построенное на принципах гуманизма. Тогда давайте его строить. А на биологических основах, по биологическим законам эволюционным, ничего вы не построите никогда. Ни при каких системах. Почему? Потому что объективности никогда не будет в оценке человеческих способностей. Пока не будет в государственной системе оценки по реальным человеческим способностям, а не потому, что человек имитирует и показывает, значит, до тех пор, никакого, э, скажем так, не биологического, а разумного государства найти не удастся. Придумать невозможно. Система ничего не решает. Система была, была и есть и будет биологическая пока. Э, во главе системы не встанут люди, которые обладают реальным интеллектом, то есть со справочкой. К этому, для этого нужен церебральный сортинг. Давайте сейчас еще ответим на один вопрос. В организм только... Да, я вас слушаю. Страх, задавайте профессор. вопрос. Да. Здоровья вам и долгих лет. Спасибо. Скажите, пожалуйста, профессор, как сказывается на деятельности мозга малое потребление жидкости, то есть вот я человек получает жидкость, ну воду, там утренний чай, потом суп, то есть вот отдельно жидкость он пьет, ну практически там может быть 200-300 грамм в день, и это mm. причем. Самого, можно сказать, с рождения. Ну, может быть, это особенность организма. Спасибо. То есть, у вас, иначе говоря, подождите, не кладите да, трубочку, да, да. скажите, пожалуйста. Это конкретный случай у вас, просто человек мало пьет. Да, это конкретный случай, я знаю человека, который... Э, ну, а какой сказать, он масса тела? Просто здесь масса очень... Масса тела, э, ну если конкретно, это женщина, э, масса тела 50... Килограмм. А пищу остальную-то она какую-то ест еще все? Да, так? конечно, она, как обычно, все. Утренний чай, там кофе, потом первое, второе. Ну, вы Но, знаете, силе... при такой массе тела, значит, я понял ваш вопрос, постараюсь следить, при такой массе тела, конечно, нужно следить, потому что любая пища, которую она ест, она тоже может быть сильно обводнена. То есть, обычно человеку все-таки надо где-то полтора литра в день для того, чтобы нормально себя чувствовать. Вот, а если очень мало, ну, лучше провериться на всякий случай. Я не врач, проверьте все-таки почки на всякий случай, как бы там чего ни было. Особенно у женщин, там, чего пузырь, там, много всяких тонкостей. Но ничего страшного, у людей индивидуальный метаболизм есть. Если... В другой жидкости человек не нуждается, лишнюю не заливать. Ваш организм сработает сам. Я объясню, у нас рецепторы водяные вот, водяные рецепторы, которые меряют, сколько у нас воды, сколько солей должно быть. Они спрятаны, я уже говорил об этом, внутри мозга. Вот такая у нас нелепая конструкция. Вот представить себе, что мы там трансцендентным образом возникли, при таком, мягко говоря, идиотизме довольно трудно. То есть представьте себе, вы выпили воды. И надо, чтобы она прошла в желудок, всосалась там в желудочно-кишечном тракте, вошла в кровеносную систему, прошла через гематоэнцефалический барьер сосудистой сплетения головного мозга, и только потом она попадает к рецепторам, то говорит, о, нормально, попил водички. То есть у нас внутри мозга главный датчик концентрации воды и солей. И поэтому, как бы, если человеку нет необходимости, то есть там баланс поддерживается водно-солевой, то он и не будет много пить. А если баланс нарушается, то мозг формирует фантомные ощущения. Тогда, вот у вашей знакомой, значит, что начнут сохнуть губы, начнет сохнуть во рту. И если там ничего не сохнет, понимаете, это все надувательство в чистом виде. Просто мозг не знает, как вас бестолковых заставить попить водички, и вот он имитирует с помощью фантомных ощущений такое чувство э, сухости во рту. Ну, понимаете, если губы засохнут, то они просто... Будет конец, там, они облупятся, и будут страшнейшие дефекты. А так нет, у вас ощущение возникает, которое мозг формирует для того, чтобы вас заставить попить. Ну, и вы попили, там, человек. Опять баланс внутри третьего мозгового желудочка выровнялся, ну, и все хорошо. Значит, не хочется. Ну, и наоборот. Инертность примерно 15-20 минут. То есть, поэтому обычно, я всегда это предупреждаю, пионеры, когда хотят пить, они там засандаливают полтора литра бутылку какой-нибудь гадости вот, подслащенной, а потом не знают, куда эту воду отнести, потому что если воды оказывается слишком много, начинают вырабатываться там специфические вещества, останавливается выработка антидиуретического гормона, человек, значит, пытается опорожнить мочевой пузырь. То есть надо выпивать 100 грамм, ждать 20 минут, неспешное потребление даже чая, и организм сам покажет. Причем этот рецептор, еще раз подчеркну, внутримозговой. То есть если человек хватает, то есть баланс такой хороший, это хорошо. Но когда слишком мало воды, нужно проверить на всякий случай от греха почки. Да и мозги иногда полезны. Мало ли что там во районе третьего желудочка происходит. Поэтому... Нужно к этому внимательно относиться. Значит, Александр прислал. Вы говорите про сортинг, а возможно, неблагоприятный результат этого дела. К примеру, человечеству потребуется 15% дворников. После этой процедуры выяснится, что больше 50 людей ни на что не годятся, кроме как доместить двор. Что делать? значит, чтобы не попали в данный рынок труда, пересели. Дело в том, что специализация, это дворника может быть кто угодно. Вы знаете, дворниками работали в соответствии с книжкой Карла Фохта 70-х годов 19 века. Вот эти самые малоголовые, у которых 400, 450, 500 грамм мозги. исправлялись справлялись. То есть для дворницкого дела, конечно, там, убирать, например, офис, тут нужно побольше мозгов. А вот для дворницкого не очень много. То есть дело простое. А у человека мозг очень разнообразен. Поэтому любым людям найдется занятие. То есть никто дискриминировать никого не будет. Просто люди будут заниматься тем, к чему их мозг лучше всего приспособлен. Конечно, это произойдет не сразу. Нужно время для того, чтобы собрать базу данных, о чем я говорю. Даже не надо томограф сейчас строить. Давайте хоть базу соберем данных по мозгам, по человеческим, традиционными способами, пока там будет какое-то время делаться томограф с разрешением в один воксель, надо иметь базу данных, чтобы сразу его использовать по делу. Но это же не находит никакого отклика. Поэтому нельзя говорить, что кто-то будет дискриминирован. Наоборот, люди будут находить те занятия, а занятий сейчас бесконечное количество, и они очень разнообразные, очень сложные, именно к тому, чему приспособлен их мозг. Будут какие-то полные отщепенцы, будут, но они сейчас есть. Мы же их держим в тюрьмах, там, в черном дельфине, например, тех же каннибалов. Ну и что же делать? Ну ничего, так не получится. Мозг человеческий так изменчив, что в нем есть все вариации. Есть и как хорошие, так и плохие. Да, конечно, общество и для этого и существует, чтобы заботиться о том, чтобы более-менее социально опасных как-то изолировать от этого нашего прекрасного общества. Поэтому такие рассуждения хороши, но они мало имеют отношение. к к реальности. Значит, вот Оксана еще спрашивает. Получается, каннибализм в Европе был почти искоренен, в том числе из-за влияния религии. Еще вопрос: с чем обычно связан повышенный холестерин? Какие причины вызывают этот компенсаторный механизм? Слушайте, холестерин, насчет холестерина я уже говорил, в результате чего некоторые, особенно отчаянные, а мои ненавистники уже просто кричат в голос, что надо запретить мне давать эфир и вообще прекратить все выступления из-за вреда большой наносимой бизнесу около медицинскому. Объясню. Дело в том, что холестерин вообще в норме у нас вырабатывается в организме. Это нормальная ситуация. Когда его много, это значит, что-то произошло с сосудами быстрее всего. Вот, и что-то нехорошее. То есть они повреждены, потому что холестерин, он нужен для того, чтобы не убивать ваши сосуды, а защищать их от тех случаев поверхностных повреждений изнутри, которые постоянно происходят. Помните холестерин у детей, вы удивитесь, они все просто почти трупы. То есть понимаете, в чем дело? Это динамический показатель. И поэтому повышенный холестерин, это значит, нужно обследоваться по тщательней у врачей, потому что, может быть, какой-то процессик идет, и холестерин – это ответная реакция организма, то беспокоиться надо. А с другой стороны, холестерин примерно имеет такое же значение, как лунный свет – влияет на колошение пшеницы. То есть, это тест хороший. Я уже рассказывал об этом, но не поленюсь повториться, потому что из поколения в поколение уже много десятков лет обманывают бедных Граждан по этому поводу. Дело в том, что книжку про холестерин написал в свое время один медбрат, полуграмотный абсолютно санитар в Америке, который подслушивал этих самых как врачей, как они рассуждают, патологоанатомов. А он говорит, ну, вот здесь вот холестериновое отложение. Ну и он написал такую маленькую тоненькую книжку, что все болезни от холестерина. Вот видите, какая польза происходит от полной безграмотности и дилетантизма. И никто бы не заметил этого дурацкого сочинения, если бы оно не попало в руки одному из представителей фармацевтических фирм. И вот тут он увидел, что перед ним не полный идиотизм, подслушанный полуграмотным санитаром э, разговоров врачей. Нет, он увидел, что это гигантский бизнес и устроил гигантский лохотрон. Имеет какое-то значение холестерин? Да, конечно, там в некоторых ситуациях за ним надо следить. Но это редкий случай, скорее исключение, чем правило. Но тут же было раздуто гигантское количество исследований, подтверждений, углублений, доказательств о том, что холестерин ⁇ это страшная опасность, что это ужасно. Тут же были выпущены тысячи диагностических инструментов, чтобы... И каждый раз, сейчас приходя в поликлинику, вам говорят, надо сдать на холестеринчик. Вот. Ну, вы можете сдать один раз на холестеринчик на голодный желудок, потом, значит, на голодный, но понервничав. В третий раз, значит, на голодный, но побегов. И удивитесь результатом этого самого холестерина. Я уж не говорю про то, что там есть или не есть. Значит, это очень косвенный показатель, очень малоговорящий о том, что происходит в вашем организме. Один из многих, который дополнительно может помочь врачу принять решение. Но. Вот корни у него такие, то есть это отличный бизнес, ну типа вот озоновые дыры. Примерно такая же Панама, это раздел «Панамские утки», который, к сожалению, комментировать довольно сложно. Значит, вот здесь всякие замечательные. В Академии наук часто двигателем карьеры была жена, муж или родители, а научные достижения крайне редко. да? Это с довоенных времен, до Второй мировой войны это все началось хорошо отслежено. У кого есть желание, э -э, тот может легко отследить судьбы э -э, современных, талантливых и выдающихся в некоторых частях тела э -э, ученых. Значит... Э -э есть такой провокационный вопрос. Мигранты, арабы, негры со своей конструкцией мозга, ислама с социальными инстинктами, однозначно схорчат Европу. Нашу страну также со временем сидят, приехавшие из Кавказа и Средней Азии мусульмане. Вопрос: Да, вы знаете, никто об этом не говорит. Да, конечно, мигранты идут. Да, но ну, вы видите, Европа потихонечку начинает, так сказать, этому сопротивляться. Значит, конечно, да, знакомство с любой незнакомой культурой оно призывает, приводит к таким вещам. А мы посмотрите на Александра Сергеевича Пушкина. Да? Он же чернявенький, кудрявенький, потомок, ну, явных гастарбайтеров. То есть, ну, посмотрите на его дедушку, тот был вообще красавчик. Ну и чего? Но, тем не менее, это лицо русской поэзии. Никто не говорит, что люди, кто-то хуже, кто-то лучше, кто-то приезжает. Другое дело, проблема не в том, что кто лучше, кто хуже, а в том, что у нас нет инструментов объективного отбора людей по способности. Может, среди этих мигрантов там тьма тьмущая, гениев. То как вы догадаетесь? Образование всем давать не получается, на месте они плохо развиваются, там, гармонии не достигнуть. Но давайте, раз у нас планета такая, дисгармоничная, и там пятая часть населения просто ничего не ест, в том числе в этой Африке, там в Азии, просто им есть нечего элементарно. Давайте хотя бы э, создадим церебральный сортинг, и из этих самых бесконечного количества голодного населения отберем способных. А может быть, они найдут способы и накормить этих, и решить некоторые социальные, экономические и политические проблемы. Ну а если социальные экономические проблемы будут решаться дураками, то они будут решения дурацкие. Какие другие-то решения можно придумать? Что может в голове возникнуть, если человек там стал э, каким-то большим начальником, исходя из принципов биологического доминирования, еды, размножения, доминантности? Чего вы от него ждете-то? Не надо к нему приставать. Давайте создадим инструмент отбора умных. И тогда с них можно будет спрашивать. А спрашивают несколько. Биологическая эволюция носит негативный характер. Для нее безразлично, какой интеллект у человека. Для биологической эволюции важно что? Количество еды и количество потомков. И по этому принципу у нас происходит отбор. Вот список Forbes это гипердоминанты. Больше ничего. Причем тут э, их интеллектуальные достижения. И рассказывать о том, что они вот все придумали там сразу все на свете. И потом из-за этих придумок они создали свой бизнес. Это пожалуйста про первого там Генри Форда можно. А про остальных уже очень с большим трудом. Скорее они портят то, что было создано предшественниками. Они улучшают. Значит, таким образом мы с вами сегодня познакомились с древнейшей биологической особенностью человека, которая называется каннибализм. Получили многочисленные подтверждения о том, что это продолжается. Ну и на следующий раз мы начнем новую тему. А сейчас переходим к новостям.